«Зажигать как 20» у пожилых жителей городского округа благодаря программе «Активное долголетие» есть возможность бесплатно заниматься танцами. Вальс, танго, зумба, свинг, латиноамериканские танцы. Каждый найдет себе направление по душе. Очередное занятие под руководством опытного педагога Петра Горкина, который, кстати, специализируется как раз на преподавании танцев людям преклонного возраста, началось с разминки. Как отмечает преподаватель проекта, для серебряного возраста важен не спортивный результат, а сам процесс. Танцевать будем действительно все, от хоровода до вальса. И в том диапазоне танцев, который я преподаю, примерно 20 наименований, потихоньку за несколько лет мы попробуем все. Я работаю со старшим поколением уже более 12 лет, и это мой основной профиль в настоящее время. Поэтому, что им легко, сложно, что получается нет, опыт уже появился. Танцы – один из наиболее эффективных способов поддерживать себя в хорошей физической форме, считает Галина Ананева. Кстати, она не скрывает свой возраст. Ей 75 лет. У Галины Ананевой даже профессиональная обувь для танцев. С возрастом постепенно развивается атрофия мышц, поэтому физическая активность очень полезна. Я люблю танцы вообще, но не умела танцевать. А сейчас хочу научиться профессионально. Танцы очень люблю. Девочки и мальчики, особенно мальчики, приходите, пожалуйста, потому что здесь очень хорошо. Вдохновение, жизнь, музыка. Главное, забота о нас, вот этих всех организаторов, забота о нас. И вот этот зал очень хороший. Мне очень этот зал нравится. На занятиях, которые проходят в городском парке «Скитские пруды», участники активного долголетия заряжаются положительными эмоциями. У многих во время урока улыбка не сходит с лица. Единственный минус, который отметили долголеты – недостаток мужчин. Нет, не хватает, потому что срок жизни мужчин гораздо меньше, чем срок жизни женщин. А почему? Потому что мужики все лежат на диване и смотрят телевизор, пиво пьют и рыбку кушают. А нужно двигаться, двигаться. Движение – это жизнь. Танцы – это мир такой неповторимый. В общем, я ухожу в этих танцах. Другой мир, меня здесь нет. И все, элементарно. Все участники довольны качеством урока и местом его проведения. Танцевать в парке группа активного долголетия будет дважды в неделю. В среду и в субботу в 10:30 в павильоне накрытой площадки у сцены. Полина Иноземцева, Илья Халяпин. Программа «События».